Мурал в поддержку слабого пола. На одной из северодонецких спортивных школ появилось изображение юноши и девушки. Этот стрит-арт призывает остановить насилие над женщинами. На презентации побывала Анастасия Волкова. Остановим насилие над слабым полом. На стене детско-юношеской спортивной школы в Северодонецке появился тематический мурал. Здесь изображена девушка и мужской силуэт, занесенная рукой. Деньги на создание этого стрит-арта выделили представители ООН. Эта проблема остается очень замовчуваною, обростає дуже великими стереотипами і вона насправді є скритою і невизнаною на рівні нашого суспільства. Чим більше ми говоримо про проблему, тим більше є шансів її вирішити. Не можна замовчувати насилля, треба казати, треба звертатися по допомогу і, власне кажучи, ми закликаємо до цього людей. Автор этого стрит-арта львов'янин Тарас Довгалюк. На презентацию приехать не смог. Сейчас он заканчивает подобный тематический стрит-арт в Краматорске. Особенность его мурала в том, что их можно дорисовать. Присоединиться к акции против насильства над женщинами в этот день может каждый. Для этого нужно оставить оранжевый отпечаток на стене. Оранжевый – это цвет этой акции. Я поддерживаю эту всю акцию. Эта проблема актуальна всегда. Это важная тема. Проблема насилия над женщинами, она волнует каждую женщину. И потому что, наверное, сегодняшняя акция свидетельствует о том, что наше общество наконец-то повернулось лицом к этой проблеме. Раз мы начали об этом говорить, значит, эта проблема будет однажды решена. Высота рисунка 9 метров, ширина 12. На воплощение задуманного автору понадобилась неделя. Анастасия Волкова, Роман Царевский, Пудии.